Активные и талантливые ученики школы номер 25 знают, мечты легко становятся реальностью. Особенно, когда рядом есть замечательные наставники. Уже 7 лет компания «ФосАгро» успешно реализует на базе школы проект «ФосАгро-классы», который помогает ребятам не только углубленно изучать физику, химию, информатику и математику, но и учит работать в команде. Главный помощник в этом деле – традиционный фестиваль, который на этот раз прошел в живописном парке отдыха «Хвалынь». Мы далеки были от мысли отказаться от традиционного проведения фестиваля. А формат выбран, подсказан самой ситуации. То есть если мы выезжаем на природу, если мы малой группой, то есть не приглашая посторонних классом, проводим мероприятия, это допустимо санитарными нормами и правилами. Фестиваль «ФосАгро-классов» – это море эмоций и позитива. Стоит только взглянуть на искренние улыбки ребят, как самому уже хочется влиться в их дружный коллектив. Для меня учеба «ФосАгро» – это возможности большие, которые предоставляет компания, которые предоставляет школа. И то, как они занимаются, школа занимается нашим классом, 10-м классом, это очень большого стоит для меня, это очень ценно учиться в ФосАгро-школе. Есть у школы одна добрая традиция. На открытии фестиваля 11-классники своим младшим товарищам передают переходящий кубок ФосАгро-класса. Это символ чести и достоинства. Мы с гордостью передаем вам этот кубок, который идет из класса в класс. Удачи вам! Будьте как мы, а делайте лучше нас. Общение, активности, интеллектуальные и спортивные игры, разговоры о профессиях, встречи с молодыми специалистами Балаковского филиала АО «Апатит». И все это лишь часть того, что подготовили ученикам их руководители и учителя. Основная цель фестиваля – приобщить детей к культуре ФосАгро, корпоративной культуре, потому что здесь все, каждый этап всегда пронизан этим. Научить их дружить. Но они умеют, но все равно надо развивать навыки дружбы, взаимопонимания, взаимопомощи, умение слышать и слушать, и умение достигать своих целей. В первый же день фестиваля к ребятам приехал гость, главный эрудит Балакова Евгений Быстров, который провел для учеников интеллектуальную игру «Джой-квиз». Несмотря на сложность вопросов, фосагроклассовцы чаще отвечали верно. Им помогали командный дух и, конечно, знания. Вот это неформальное общение учеников друг с другом, учителей, учеников, представителей завода, молодые специалисты, они помогают сформировать вот эту корпоративную культуру. ФосАгро-класс – это большой старт в успешное будущее. Именно здесь ученики открывают для себя новые возможности. А благодаря таким фестивалям полностью вливаются в жизнь компании ФосАгро, где, возможно, скоро будут работать, расти и развиваться как профессионалы.